Анонс и точная дата выхода 4 серии нового турецкого сериала «Моя левая сторона». 4 серия сериала выйдет в эфир 17 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Сера прогуливалась по магазинам, то встретила Селима и Бурака. Парни пригласили Серу и ее подругу на кофе, и девушки согласились. Только между Серой и Селимом разгорелся очередной конфликт, так как им слишком сложно найти общий язык. Когда Селим пришел на занятия, то все были сильно удивлены. В кабинете у учителя он встретил Серу, но девушка поспешила уйти. Ей не хочется лишний раз пересекаться с этим парнем. Иксан случайно увидел Серу, и она сразу же вызвала у него большой интерес. Селим стал интересоваться у Бурака, с каких это пор он подался в охранники, что постоянно находится рядом с Серой. Но больше всего его волнует, что именно девушка рассказывает Бураку. Но у Бурака на самом деле есть свои цели, и ему сильно нравится Сера. Он собирается сделать все для того, чтобы добиться от нее взаимной симпатии. Когда Селим и Сера сидели в кафе, то парень стал спрашивать, разве Сера не считала его самым хорошим и лучшим человеком во всем мире? Только Сера никогда не говорила ему подобных слов. Но Селим не сомневается, что в этой жизни все происходит, и может быть случится так, что Сера все же скажет ему это. Ведь никто не может знать, что случится завтра. Напомним, 4 серия сериала выйдет в эфир 17 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.